Всем привет, вы на канале Аленка. Сегодня я, странно, первый раз снимаю со своим другом. Украинский, моя русский. Как так? Ладно, поехали. Я вообще сегодня хотела это лесу докачать до 200-го. Вот так вот по-украински у меня сейчас он называется. Сейчас мы тут и Леву прокачаем до 200-го. Кстати, может вот этот это супер мастер станет великий чемпион, может, если у него там 6 зверей на 200-м. И сейчас я тоже умру. Нет, не умирай. Ух, выдержала. Ой, опять это. Потом давайте бегите, я уже скоро мы тут добьем. Где они? Ага. Мне тут друг помог до этого уровня прокачаться. Он, кстати, тоже великий мастер. А я обычный мастер, ну ладно. Не успею, не успею, я не успею, я не успею. Ладно. Ведьмолотыся. Нет, не добивайте. Пожалуйста. Я тоже хочу получить золото и получить 200-е когда-нибудь. Все, прибежала я. Можете докусывать. Я вам не дам убить моих собратов. О, вот, какой предмет. Так. Так, сколько тебе? Так, было 30, далее было, ну, теперь 50. Так, свет. Понятно. Нам еще долго. Так, сейчас еще. Ну, Лёва, наверное, первый получит 200, а я вторая. То, что у него там 50, а у меня, ну, поменьше чуть-чуть.
Ой. Сейчас у меня энергия закончится. Кстати, а вы знали, что в игре почему-то лиса быстрее гепарда? Это как? Вот как это понимать? И ты... Сейчас спросим. На. Понятно. Вылет, наверное. Так. Понятненько. Я тут. А что такое СОС? Это что, типа, спасите? Ладно. Похоже, это так. Нет, не успели. Ну, я кусала. Я глушила очень сильно. Надо бы тоже, наверное, глушить. Ну, или у тебя ни энергии не было. Ладно. Вот так. Оп. У меня тоже мало энергии. Ладно. Продержусь как-нибудь. Потом я волка буду прокачивать. Так, сейчас покушаю. Так что просто сейчас будет опасненько. Вот, приняты. Вы не волнуйтесь, тут не русский, а украинский. Заканчивается. Нет, не заканчивайся. Вообще-то не ссора, а сори. И еще. Папа, надеюсь, правильно назовет. То, что я сейчас играю на лисе. Я просто лису очень люблю. Кстати, у меня и питомец скоро будет 200-го. Вот ему 4 уровня осталось. Так, надо покушать. Чё, да, босс уже появился, так, в домик.
Давай бывай. One. Наверное, как-то так, наверное. Кстати, у газели ничего, по-моему. Газели атака. Сколько где-то процент? Ого, чуть-чуть. По-моему, я год, правда, снимаю. Подписчиков мне, конечно, мало. Так, все, поехали. Принято. Не знаю, нет. Только таких, которые почти до 200. Кстати, Лев, ты сражаешься со своим собратом. Ну что тут? Тигон — это смесь тигра вроде бы и льва. Вот на полоске, как у него, как у тигра, и грива, как у льва. Да, это лево-тигр. Кстати, у меня вот такая пижамка розовая, только на енотика. Ой, вот это уже плохо. С хп. Сейчас отбежим. Если у кого-то мало хп, просто отбегайте подальше. Чтобы не было этой музыки боевой. А было? Ну, хотя бы вот этот звук слышно, как питомцы атакуют.
Я хоть друг загинув. Так надо подальше отойти. Ой. Мне чуть не съели. Сейчас бегу я на помощь. Бегу я. Так. Вот тут змея. Тут змея, блин, надо было укусить ее. Так. И берем Тигона, чтобы он не восстанавливался. Уже добивайся. Змея, когда ты там добьешься уже? Так, я чуть-чуть остаюсь. Давай. Яу. Ну, сейчас лев получит 200, а я нет. Скорее всего. Ну, у меня только легендарное такое. Понятно. Понятненько все. Теперь я буду себя прокачивать. Так, мне чуть-чуть. Сейчас я тоже докачаюсь. Ой-ой. Тоже мало. Так, где друг? Он там бежит раскорачку. Сейчас, подожди. Все. Давай, сейчас будет самое главное. Тара-та-та. Где? Давай. Сейчас я получу то, что мечтал. Отмывайтесь. Я выполнила это. Ой, не хватило немножко. Так, хватит. Вот максимальная скорость лисы и ХП.
Ну ладно, всем пока и до скорых встреч.